Наш сегодняшний обзор посвящен новой любительской цифровой камере Canon PowerShot SX30IS. Особенностями этого фотоаппарата является сверхмощный, широкоугольный и достаточно светосильный объектив, наличие ручных настроек выдержки и диафрагмы, а также удобный 2,7-дюймовый поворотный дисплей. В небольшой коробке мы нашли, кроме самого фотоаппарата, шнуры тюльпан мини-USB, USB-мини-USB, зарядное устройство, батарею и шнурок для переноски. Корпус нашего фотоаппарата довольно компактный. Он черного цвета с приятными на ощупь матовыми панелями. 2,7-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 230 тысяч точек крутится плавно и легко. Он поворачивается на 180 градусов, может складываться и плотно прилегает к корпусу. Камера хорошо ложится в руки и весит чуть более 600 грамм вместе с аккумулятором. Зарядное устройство, как и батарея, достаточно легкие, то есть носить их с собой не составит труда. Еще очень удобно то, что с помощью специального индикатора на зарядном устройстве можно видеть, когда аккумулятор полностью заряжен. Прорезиненная заглушка закрывает разъемы мини-HDMI и аудио-видеовыход. Рядом с видоискателем расположилась кнопка включения видеозаписи. Эргономичность аппарата на высоте. Кнопки на корпусе легко найти на ощупь, а значки ясно указывают на их предназначение. Встроенная вспышка при необходимости легко выдвигается из корпуса. Также есть разъем «горячий башмак», который пригодится для подключения внешней вспышки. Слот для карточки памяти находится рядом с батарейным отсеком. Камера работает с карточками SD и MMC. Объектив – это гордость фотоаппарата PowerShot SX30. Он позволяет оптически приблизить объект съемки в 35 раз. На сегодняшний день это абсолютный рекорд. Помимо грандиозного оптического зума, объектив является и широкоугольным, и светосильным. Широкоугольное фокусное расстояние объектива SX30 составляет 24 мм, что позволит вести качественную съемку на узких улочках, делать коллективное фото без усилий, захватывая всех участников в кадр, а также запечатлеть потрясающие, практически панорамные пейзажи. Значение светосилы объектива 2,7 гарантирует естественную цветопередачу и попадание достаточного количества света на сенсор. Клавиша увеличения расположена на верхней панели, что очень удобно. Если взять камеру правой рукой, она оказывается прямо под указательным пальцем. Причем в этот момент на экране ясно видно, используется цифровой или оптический зум. Большим пальцем легко включать камеру, а также крутить колесико выбора режимов экспозиции. Их несколько. Видеосъемка, Smart Shutter, автоматический фокусирующийся на лицах, режим Sport, ландшафт, портрет, авто, а также стандартные режимы с приоритетом выдержки, диафрагмы или ручной режим. Разобраться в них не составит труда даже начинающему фотографу. Под большим пальцем находится ребристое углубление для упора пальца. И недалеко от него кнопки просмотра, удаления и увеличения снятых кадров. Чуть ниже кнопки меню и включения дисплея. Еще одно колесико с функциональной кнопкой по центру позволяет управлять режимом макросъемки, экспозицией, выбирать ISO и устанавливать таймер. Меню в фотоаппарате крайне простое. Его можно понять даже на английском языке, хотя есть поддержка русского и украинского. Меню состоит из трех вкладок. В первой находятся первоочередные настройки – зум, установки дисплея, фокуса и вспышки. Во второй – настройки звука, выбор формата съемки, нумерация файлов, выбор языка, установка даты времени и прочие второстепенные элементы. Третья вкладка «Мое меню» настраивается по усмотрению владельца. В нее можно добавить любую функцию из первых двух. Матрица в Canon PowerShot SX30IS 14-мегапиксельная. Она позволяет делать изображение с разрешением до 4320 на 3240 точек. То есть фотографии, сделанные этой камерой, можно печатать без потери качества на формате А2. Камера оснащена оптическим стабилизатором, а также умеет снимать HD-видео с разрешением 1280 на 720 точек, до 30 кадров в секунду. Если же в режиме предпросмотра нажать на кнопку Funk Set, открываются дополнительные возможности съемки. 13 сюжетных программ, 8 настроек баланса белого, функция брекетинга, настройка вспышки, экспозамер и многие другие.
Главным плюсом Canon PowerShot SX30IS по праву является светосильный широкоугольный 24-мм объектив с 35-кратным оптическим зумом, возможность ручных настроек диафрагмы и выдержки, поворачивающийся экран, с помощью которого можно вести съемку с большего количества ракурсов, небольшой вес и оптическая стабилизация. Еще нам очень понравился дизайн и простота меню. В целом, это отличная цифровая камера для фотографов, которые только начинают знакомиться с фотоделом.